От жителей города Рассказово поступило сообщение, что в одном из городских магазинов реализуется товар с признаками контрафакта. Торговая точка уже привлекалась к ответственности за продажу одежды с символикой известного торгового бренда. При выезде на место происшествия по данному адресу сотрудниками межмуниципального отдела Рассказово выявлен факт реализации данного вида продукции. А именно, изъято 96 наименований товара, спортивного товара с нанесенным товарным знаком «Адидас» на общую сумму 63 тысячи рублей. Предварительный причиненный ущерб правообладателю составит около 1 000 000 рублей. Данная продукция изъята, направлена на исследование. Ну, в зависимости от установленной суммы, если превысит определенную сумму, будет уголовная ответственность. Если не превысит, то будет административная ответственность.